Ребята, всем доброе утро. Мы сегодня находимся вот в этом городе, который я не могу выговаривать. Тититафетия, или как она называется. И мы сегодня едем в Ром. Нам ехать на паровозе. На паровозе больше, чем часа. И за перевоз, за паровоз мы туда заплатили 28 евро на 3 человек. А сейчас доехали, сейчас вам покажу. Доехали вот на вот этом вот автобусе. За 3 человек, буквально тут мы ехали, может быть, минут 7, примерно так, 7, да, заплатили 18 евро, за человека 6 евро. Получается, паровоз дешевле, чтобы туда и назад проехать 28 евро, а так 18 евро только на бусе. Факт, меня уже зовут, мне нужно быстро это... Мы слышим херайн. Гипсы на туалет. Так, вот как паровозы тут выглядят. Вот они, вот так выглядят. Вот или с фиксациями. Смотри, вон какие высокие пальмы. А сейчас пришли в сад. Мы вышли с главной станции Рома, Рома Термини. И вот сейчас через сад идем на первую нашу станцию. Первая наша станция — это Колосей. И здесь тоже уже парк, статуи. Такие пальмы здесь высокие, прям гиганты какие-то, высокие-превысокие. Ну и так, довольно-таки чисто, мне кажется, для Италии в этом парке. По крайней мере, в этом парке. По той дороге, по которой мы шли, там не было чисто, а тут прям чисто. Как мы на гинку? Как мы на гинку? Буди, Фаби. Париж, Берлин. Мам, ты как тебе? Мама даже голос потерялась, а тут от города. Сейчас мама рассказывала, что где ты была? Берлин, Париж. Париж. Майами. Майами. Какой-то еще был город, какие-то большие, такого огромного. Да, правда, очень. Тут огромные здания. Прям идешь, и вот это массивное на тебя. Но оно иногда, знаете, массивное тебя прям так сужает, а это не сужает, это прям классно. Вот, мы пришли в Колосеум. И сейчас уже видим толпы туристов идут прям. Мы сегодня внутрь не будем заходить. У нас день ограничен, поэтому мы хотим сегодня все снаружи посмотреть, все достопримечательности. Вот ты видишь, я на английском разговариваю? Видишь? Слышу. Вот я не вижу, а слышу. И как ты сейчас скажешь, как твоя дочь на английском выучилась разговаривать? Не знаешь, все равно, хоть на каком. Лишь бы довезли тебя. Я все равно не понимаю. Вот так и живем. Yeah.
А вот здесь прям настоящие людские толпы, смотрите, все полно. И там тоже можно заходить, вход покупаешь здесь и заходишь внутрь. Пойду сюда? Нет. Сколько она? Вау, людей здесь невероятно много. Я тогда не могу себе представить, что тут творится, когда, например, у людей многих отпуск и летом, что, наверное, вообще не проехать, не пройти. И вот уже... Фаби, ты фото за это? Тут вперед, вот от колосе, надо тут еще фотокарточку сделать. Я попробую сейчас заснять. Смотрите, чтобы вот в этот колосей зайти, надо выстоять вот эту всю очередь. Вот она идет. И там где-то кончается. Я бы, наверное, так не выстояла. Чтобы посмотреть, чтобы только туда зайти и посмотреть руины. Нет. Здесь везде очередь, даже вот в этот музей, археологический музей, если я правильно это говорю, и тоже здесь полно людей и очередь. Сейчас купили еще себе карточки на целый день, чтобы на автобусе ехать, Big Pass. Вот на вот таком вот автобусе, но у нас от вот этой фирмы, я не знаю, почему мы в этот раз купили вот эту фирму, просто он первый к нам подошел, а так здесь несколько фирм, я думаю, здесь может быть фирмы 4-5 так в этом районе. И еще хочу вам показать, что мы вот тут все проедем, больше чем час это все длится, и потом мы тут выйдем и пойдем уже где Ватикан город. И за это все, за человека мы заплатили 25 евро. Когда мы были в том году в Греции, я вам рассказывала, что когда билеты покупаешь прям там, в Инстаграм? Фабер сейчас прописал, что он самые плохие карточки мы купили. Ну да ладно, не умрем. Ну и вот, я вам рассказывала, когда мы в Греции были, что нужно эти карточки покупать на месте. А тут мы решили не покупать в интернете, а купить на месте. Но на месте они дороже, чем в интернете. We'll be right back.
willst du dich da hinstellen? Mom, stand da doch. Mutti. Ich geh mal hoch. Теперь пришли как бы в середку города, и здесь вот уже начинается все. Ресторанчики, кафешки, опять много людей. Кожаную сумку увидели, как собачку, такую желтую, она стоит 35 евро. Все желтые шапочки, чтобы ты увидел. Das muss aber nicht so. Ja, kauf lieber noch eins. Wir trinken gleich. Eine oder was? Oder zwei? Das will ich haben. Wie alt? Там, покажи, как у тебя? Вкусно или нет? Там же было приготовлено. Ты всегда что? У тебя как? Доза бы мит вост. Чинку. Ну чинку, о? А у меня другая булка. А у меня вот такая вот, вот такой хлеб и еще здесь мортадела, и они его подогрели еще. А сколько оно стоило? Вот это 3,50 стоило, у мамин, наверное, тоже 3,50. Ну, короче, для Италии очень дешево, мы нашли себе эту покушать. Как эта штука? У нас еще вот такая вот, такой хлеб. Это наш да, с помидорами, с оливками, очень вкусно. Как это, вкусно? Не очень. Но булочки, которые мы ели, очень вкусные были. Это Фабиану сильно много теста, а мне вкусно. Мам, покажи, что там еще у нас есть. Еще купи. Мам, это все на камеру снято. Как ты глаза сейчас про меня? Вы видели, как она глаза про меня от моих слов воротила? Какая разница? Как я, а ты на меня я так сел? А теперь нет, надо сначала снять. Ага. И купили еще вот такие вот липца, вот такие с оливковым маслом, тоже хотим попробовать. Я бы высадил шпанишь хлеба. Что весь фильм такой красивый. Ирина, Thank you.
ты такого еще не видела. Пришли к испанским лестницам, или к испанской лестнице. Здесь такая красота неописуемая. Реально, этот город мне голову просто с ума свел. Тут где не посмотришь, везде красота. Ну, конечно, очень тяжело здесь ходить, потому что полно людей. Ты не можешь так быстро ходить и все прям быстро смотреть. Ты много времени теряешь, чтобы с одного места дойти на другое, но это просто что-то неописуемое. Мы с Мехико. Он нам не будет больше говорить. Google за Z. Ребят, мы пришли, как он называется, Ватиканштадт, Ватиканский город. Это Петерстон впереди нас, но это вообще что-то массивное, это невыносимо, какая тут атмосфера. Вот это вот все, видите, вот эти вот все люди, которые стоят, вот тут кончается. Да. Это очередь, чтобы зайти внутрь. Это, мне кажется, здесь надо прям рано утром приходить, чтобы самыми от них из первых быть, чтобы зайти внутрь. Ну а так, наверное, придется один день тут просто простоять в очереди, чтобы зайти и посмотреть внутрь. Замучили мы тебя? Нет. Ой, это сейчас на камеру. Мама.
А все на камеру выделываются. И ты тоже? И мне надо. Я тоже не буду правду говорить. Ты будешь правду говорить? А я всегда правду говорю. Ты правду говоришь. А я всегда правду на камеру говорю? Да. А ты не будешь? Ты не будешь? Это будет хорошо. Ufficiali per l'acquisto dei biglietti del proprio treno si ritrovi in correnti.